Если кто-то, как Ян Шульте, нуждается в протезировании зубов, то он может выбрать один из возможных вариантов – мостовидный протез, съемный протез или поддерживаемый имплантатом зубной протез. Господин Шульте подробно узнал у своего стоматолога доктора Мартфельда о преимуществах имплантологического лечения. Преимущества по сравнению с обычными зубными протезами заключаются, в частности, в следующем. Здоровые зубы не нужно сошлифовывать, как в случае с мостовидным протезом. И зубные протезы не нужно снимать несколько раз в день для очистки, как в случае со съемным протезом. В случае с имплантатом зубной протез фиксируется в искусственном корне, установленном в челюсть, как на настоящем зубе. Эти корни, собственные имплантаты, изготавливаются компанией Bigel Implant Systems из титана, обладающего наилучшей биосовместимостью, как, например, имплантат тазобедренного сустава, высокой стабильностью, длительным сроком службы и подходит почти для всех пациентов. Поскольку каждая челюсть отличается от остальных, имплантаты бывают самых различных размеров. Кроме того, имплантат должен врасти в кость челюсти как новый корень. То есть форма и структура поверхности имплантата должны оптимально подходить для этого. После того, как в ходе амбулаторной хирургической процедуры с использованием местной анестезии искусственный корень был имплантирован, как правило, в течение нескольких недель или месяцев, в зависимости от индивидуальной ситуации с костью, происходит врастание имплантата. На это время господин Шульте может получить временный зубной протез, который восстановит эстетичность и защитит имплантат, находящийся в процессе заживления от воздействия жевательного давления. После полного заживления окончательный зубной протез будет подогнан и установлен на имплантат или установленный на него абатмент. При этом зубной протез может быть изготовлен из металла, керамики или даже пластмассы. Разумеется, правильный уход и регулярный контрольный осмотр зубов и челюстей являются условиями долгого срока службы имплантата, точно так же, как и в случае с настоящими зубами. Стоимость зависит от медицинской ситуации, возможностей технического решения и индивидуальных пожеланий. Однако для большинства пациентов повышение качества жизни является наиболее важным фактором при выборе такого зубного протеза. После обсуждения с доктором Мартфельдом всех вариантов, Ян Шульте уверен, что он нашел лучшее решение с точки зрения качества жизни и стоимости. Он выбирает имплантаты Simados производства Bigel Implant Systems как оптимальный вариант зубных протезов. Bigel Implant Systems. Качество и сервис сделано в Германии.